не обязательно поцелуй. Миш, ну правда, слышишь? Ну улыбнись до камер людям. Миш. Маленький мой. Ты моя зирочка. Нет, нет, да это забирать. Нет, забирай, забирай. Не надо забирать людей. Потому что же 19 человек надо. А кто ко мне вместе тоже? Никого. Я же тебе говорю, я тебе привезу. Сказали, можно, пройдет. Пофиг, что ветеринар. Ну-ка покажи, главное, что высшее образование. Сильно страшно? Да я не знаю, я ее не видела. Я по телефону. А куда твоя машина поехала? Тебе уже надоело, ты мне видишь 5 минут. Нет, мне никогда не надоело. А кто-кто? Потому что ты меня видишь 5 минут в день. Давай не выдержи тогда. Можно дать пару слов про фикса? Кто фикса? Как опустим? Ну, служу давно уже. Защищал город Иловайск. Был в Луганской области. Сейчас, на данный момент, в батальоне Киви. Батальон Сомали. Парни, я этим очень горд, что я здесь служу. Поверьте мне. Да, я уроженец города Иловайска. У меня много родственников в России. Но это никак не имеет значения. Я туда не уехал, хотя все зовут туда в гости жить. Я буду защищать свою родную землю, свой Донбасс. Мне 43 года. У меня сын, жена, которые были в оккупации в Иловайске. Ну, у меня мать 29 года рождения, которая была два раза в оккупации. Первый раз в 43 году, 1943, у фашистов, у немцев. Второй раз у украинских фашистов. Никто не сдался, все проживают там же, где и жили. И я оружие не сложу. А как статус? Спасибо, Виктор. А как статус аэропорт сегодня? Донец много очень избавляется тех слух, которые украинские стороны наступающие сделают. Парни, мы были в Иловайске, который был почти полностью в кольце, практически. Но никто оттуда не ушел. Был там, тогда еще была эта рота Гиви. И никто не струсил, никто не ушел. Мы отстояли. Мой родной город. Мой родной город. И здесь мы здесь просто живем. Хотите еще парней? Позову вам. Которые были там со мной на передовой. После ранения я сейчас здесь. Спасибо, Фиксер. Не за что. Двушку я знаю, как свои пять пальцев. И старый терминал. Мы воевали с Малым, с консулом. А вот. Мы едем сегодня, Фиксер, в аэропорту сегодня. Обязательно вас отвезут, ребята. Извините. Меня комбат не пускает. Я б с радостью. Но дело в том, что ну, нельзя мне почему-то. Комбат запретил. Хорошо. Спасибо. Нормально. Обязательно, отлично. А Машенька, можно можно дать твою историю? Какую историю? Дайте бушлат снять, а то широкая сильно. Она худенькая, робкая девочка. Ну, обезбашенная. Да ладно, что вы там? Фикса, хоть бы помог. Да, ну, да, оно двойное. Сейчас, Маша. Секунду. Это широкая сильно. Свои же не узнают. Снайпер. Да. А сколько тебе лет? 22. Грэм, послушай, да. Его ранило вот здесь. Здесь этого был бойца. Ранен. Второй раз сюда. После госпиталя он вернулся сюда же. А вы откуда сами? Город Иловайск. Иловайский. Иловайск. Сам, да, Иловайский. А когда ты стал снайпер? После госпиталя. Ты же специалист, как снайпер. Можно без них самоучка. Самоучка. Нет, он самоучка, но это человек просто, который чувствует. Это все от природы все происходит. Это. А ты уже поранил.
Кого? Ты уже поранил. Да, ранение, да, в ранение голову было. Ранение в голову. Это было здесь, на моих глазах. Вот здесь ранение было. Но ты возвращался на линию фронта. Да, о, его конечно здесь ранило. Здесь его здесь ранило, Никиту. И сюда же вернулся. И сюда же он вернулся после госпиталя. Поверь мне, он отпросился. Отличный, он всегда у меня отличный. А много слух, что украинский будет скоро наступать. Как статус аэропорт сейчас? Мы готовы. Готовы всему. Отразить любую атаку. И пусть они не суются к нам, потому что мы их всегда отразим. Мы всегда. Мы на родной земле. И мы за родную землю готовы бороться. До конца. И родная земля нам поможет. А как зовут? 100%. Никита. А Никита, а ты кто по профессии, Никита? По профессии? Да. Ну, электромонтер. Провода вот это вот видел, электрички? Да. Что питаются. Да. Вот это вот я их обслуживаю, ремонтирую. Можем сделать чуть-чуть демонстрации, как работает снайпер, Никита? Можем показать? Сделать чуть-чуть экспозиции? Покажи, не говорили. Скажи. У нас? Убери вот эту... Нас заходило сюда 26 человек. Ну, осталось сейчас, конечно, поменьше. Но заходило нас 26 человек штурмовать. Сколько их там было? 500 или сколько? Тысяча? Нет. Да нам насрать. Полторы, да, нам насрать. Полторы, нам... дядя, они кричали. Нам насрать, сколько их было, но 26 тысячи человек с нашего взвода выгнали их отсюда и все это штурманули. Вот это 26 человек. Вот, пожалуйста. Результат. Вот, результат. Мне вот очень это приятно воевать с таким парнем, как... Вот это как Фикса, как Конца, как Амазон. Вот. И я Фикса. Молодец. Вот это я... все ребята, смотрите, которые штурмовали. Мацик тут. Мацик. Мы все здесь, после ранения. Амазон. Ой, я тоже после ранения. Мы все здесь. И это тоже после ранения. И все сюда вернулись. И мы будем стоять до последнего. И нас мало. Но мы победим. Твоя сейчас, ну, где ты? Это самое опасное место, это, ну, весь война, где ты сейчас находишься. Самые опасные позиции. Вот они. Вот это они. Клин. Это в 50 центр метрах они стоят. Мы не боимся. Мы ничего не боимся. И мы пойдем до конца. Если будет приказ, мы сейчас выдвинемся. Пускай комбат даст приказ, мы сейчас пойдем. Нас было 26 человек. Мы верим в Киеве. Мы верим в Киеве. Штурмовать этот аэропорт. На их тысяча или полторы, сколько их там было, не и знаю. И мы взяли эти позиции, потому что у нас был приказ. Даст дальше приказ, будем дальше идти. Куда вы претесь? На кого вы претесь? Посмотрите на нас, на в душе. А не как вы, блядь. Укропы. Да. Фашисты. Мы воюем за свою землю, поверь мне. Вы здесь родились, мы да, тут пробито все. Но тем не менее, кстати, воги вот так залетают иногда. А сейчас стрела это начинается, да? Ну, разве это? Сейчас тишина. Это тихо, это тихо. Когда же стреляют в дискотеку? Круглосуточно. Одна дискотека начинает с Д-30-х и кончает 200-ми. И ебашут так, что в натуре мозги вылетают. Поверь мне на слово. Вот это дискотека. Мы видим, когда здесь дискотека. Вот так. Все в пыль. Дым, пыль. Все именно здесь так, что кино в натуре такого не покажет. Грэм, мы не стреляем только потому, что у нас нет приказа. Да. Если будет приказ, поверь. И все пусть поверят, а укропы вообще пусть обосрутся. Я правильно сказал? Нет приказа. Грэм, нет приказа. Прямо вот, ну, вот с этой позиции дело. Все эти год получается... вышек между ними заезжал и бил. Четко его, в принципе, сюда видно, но нет такого оружия, чтобы достать его здесь. Чуть-чуть вода. Так бы достали. Вполне. Но нас это не ломает. Мы находимся здесь. Постоянно подпустим.